Очень, короче, берем фонарик, его распрямляем, чтобы ветер его надул. Потом берем топливный элемент, который есть. А там еще какой-то элемент должен быть. В нем есть дырка. Ну вон там. Это уже радует. Дырку вставляем вот в эту металлическую хрень, которая торчит. Вот в эту. Если кто не видит, подойдите поближе. Короче, я так думаю, сначала надо по одному все это делать. Ты будешь держать, а буду поджигать, да? Ой, там это не сгорится на этой стене? Вот, смотрите. Зелененький горит! Что, давайте? Блин, да, давай. Не, мне не зубов. Ну да. О, смотри! Я запустил. А тут 100 рублей, что-то?